Снеговики, регулировщики, светофоры и даже символ этого года – кролик – представлены на выставке новогодних игрушек. Удивляет скорее место выставки – регистрационное подразделение Рязанской госавтоинспекции. Но выбрали его намеренно. Все эти игрушки сделали дети. Тематика говорит сама за себя – новогодняя игрушка по ПДД. Поэтому тут даже символ нового 2023 года – кролик с жезлом регулировщика – да и сам конкурс стал традиционным. В этом году по положению были ограничения. Это образовательной организации можно было предоставить не более 3 игрушек, потому что все предыдущие годы у нас было просто огромное количество детских работ. Снеговики-регулировщики, замечательные светофоры, замечательные игрушки по правилам дорожного движения. Сразу настроение поднимается как у сотрудников госавтоинспекции, так и у граждан, которые приходят для каких-либо регистрационных действий. Для... Все равно на конкурс прислали больше 300 игрушек. Жюри признались честно, выбрать победителя было не так уж и просто. Первых, вторых и третьих мест было несколько. Да и каждый ребенок получил диплом участника. А игрушки разместили сразу на нескольких площадках. Первая – выставка внутри самого здания управления ГИБДД. Вот, например, такую замечательную работу выполнила ученица 50-й школы, член отряда юных инспекторов дорожного движения. То есть работа, конечно же, очень красивая. Предполагалось, наверное, что она будет использована на уличной елке, но мы пожалели, чтобы, скажем так, погодные условия не испортили такую работу. Конечно, сказать, что все игрушки сделали только дети, будет неправильно. Сложность некоторых подделок говорит сама за себя. Чувствуется помощь взрослых. Но здесь, говорят судьи, важна совместная работа. Искусственную елку внутри самого здания ГИБДД тоже украсили конкурсные игрушки. Им непогода не страшна. А игрушки из более крепкого материала украсили елку снаружи здания управления госавтоинспекции. Такие крепкие игрушки точно переживут рязанскую непогоду. Однако, если нижние ветки украсили своими силами, то для верхних пришлось вызывать автовышку. Как признались члены конкурсного жюри, главное здесь не столько приз за первые места, а хорошее настроение, при том как для посетителей, так и для самих сотрудников госавтоинспекции. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».